Напомню, в программу по привлечению педагогических кадров входят 4 направления – выплаты на жилье, предоставление служебных помещений, стипендии студентам по целевому набору и компенсация процентов по ипотечным кредитам. В этом году 7 педагогов уже получили деньги на покупку жилья. Это учителя физики, информатики и учитель начальных классов. Некоторые из них приехали из Кизела, Чердани и Соликамска, а еще 5 педагогов в этом году получат муниципальные квартиры. Они приехали к нам из Красновишерска и Пермского района. Город также выплачивает стипендии студентам по целевому набору в вузах Перми, Москвы и Глазова. Также видим, что уже идет возмещение компенсационной выплаты на приобретение жилья. Изменения увидели и в уменьшении срока отработки. Я думаю, что это тоже для педагогических кадров достаточно важно. Конечно, самое главное, чтобы те привлеченные специалисты, педагогические именно кадры, они у нас остались работать в Березняках. Вот именно сейчас самое важное нам работать на удержание вот этих привлеченных кадров. Программа по привлечению педагогических кадров становится лучше. Например, выплаты на квартиру увеличились с 1 миллиона до 1 400 тысяч рублей, а срок отработки сократили с 10 до 5 лет. Теперь власти работают над удержанием кадров. Действующим преподавателям будут возмещать проценты по ипотеке.